Сегодня 25 марта. Это за ночь у нас навалило. Самара, Челябинск, Новороссийск, Казань, Симферополь. Многие регионы России в последние дни оказались во власти обширного циклона. На одни территории он принес ураганный ветер, на другие – мощный снегопад. Автомобильные аварии, перекрытые трассы, сорванные крыши и поврежденная инфраструктура – таковы последствия разгула стихии. В Архангельской области местами выпала треть месячной нормы осадков, а температура воздуха значительно понизилась. Неудобство в первую очередь коснулось автомобилистов, которым пришлось вызволять машины из снежного плена. На дорогах Котласа была задействована вся снегоуборочная техника службы благоустройства. Вчера днем работали 4 КАМАЗа и 1 трактор. Тротуары были пройдены по центральным улицам 4 раза. Понятное дело, их очень быстро заметало. Где-то даже и не видно, что они работали. Вот, дважды сегодня ночью. Ночью работало 3 грейдера, 4 трактора и 3 КАМАЗа. Сейчас улицы города в основном расчищены, тротуары тоже. Сложнее во дворах. Где-то снегоуборочная техника работает, а где-то машинам еще придется побуксовать. Как говорят синоптики, такие погодные качели вообще-то норма для России. И шансы для внезапного вторжения зимы сохраняются вплоть до мая. По прогнозам, похолодание затянется до середины следующей недели. Снег пока тоже останется с нами. Далее весна окончательно вступит в свои права, принесет с собой дожди и повышение температуры.